Подготовительные работы завершены, сформирован авторский коллектив, созданы планы работы, продумано примерное содержание каждого тома. В рамках совместной работы региональное отделение Российского исторического общества курирует написание текстов, Институт российской истории Российской академии наук проверяет, а Фонд истории Отечества финансирует издание трехтомника. Да, мы очень надеемся на то, что мы не подведем никого. Я имею в виду севастопольских авторов и региональное отделение Российского исторического общества Севастополя. Всех севастопольцев. Всех севастопольцев, безусловно. Этот труд – первая работа, которая соберет воедино все периоды истории Севастополя. Первый том будет посвящен античности и средневековью, второй – периоду от основания Севастополя до революции 1917 года, третий охватит 20 век и новейшую историю. Такого сводного общего труда по истории Севастополя не существует. И это как раз было одним из главных мотивов и импульсов для нас и для авторского коллектива работы. Севастополь, безусловно, заслуживает собственной истории. Задача ученых – как можно полнее раскрыть историю Севастополя. Не только перечислить основные даты и события, но и рассказать, как их переживали жители города. В результате мы ждем такого хорошего, серьезного, академичного, но вместе с тем доступного для всех жителей Севастополя труда. Историки уверяют, все периоды жизни Севастополя будут тщательно описаны и займут свое место в монографии. Но на первый план, конечно, вынесут героические страницы истории города. Что касается особых акцентов, то, конечно же, это будут две громадные военные эпопеи. Крымская война, оборона Севастополя, Великая Отечественная. Потому что в этот момент Севастополь защищал как бы всю Россию и являлся таким олицетворением русского духа. Свои тексты авторы должны закончить и отправить на редактирование в ноябре текущего года. Завершить работу над монографией планируют в 2020 году. Анастасия Красная, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.